на край синчатик, с вами я, Виталя, Таня, Тимофей, Саша, Юра и два новых участника, это я и Леон. В общем, сегодня мы поговорим с новыми участниками. Кстати, наша группа переименовалась в Чередята. И, кстати, каждый теперь живущий, если живет в нашем городе, помогите! Где это мы? Где? Ребят, наверное, новые участники больше на нас послали, честно. Проклинаем их. Приветствую вас. Вы попали на честную, прибыльную, но со сложными испытаниями игру в кальмара. В этой игре вы будете выбывать за непройденное задание. Если же все задания будете выполнять, то в финале игроки сражаться за денежный приз в сумме 500 гривен. Для начала вы должны выбрать один листочек. Хотите выиграть или же сразу хотите выбивать? Да. Блин, я не ухожу, я пошел. Голосуем в порядке. Да. Идем по номеру. В общем, выбрались, да? Да. Каждый по номеру. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой, да? А где седьмой? Сдох. А смотри, там еще два листочка Ты, ты последний, иди, убирай. Подожди, а его блин, я хотела помешать, такие смесы, чтобы листочек там красный. Значит, вы все шестеро выбрали желтый листик. Значит, вы выбираете играть в игру. Да. Каждый раз, когда будет проигрывать один участник... Ничего страшного. Каждый раз, когда будет умирать один участник, фон будет расти на плюс 100. Подождите, уже один вздох. Все, один вздох. Где фон? 500 гривен. Вы понимаете, что надо убиться всем, и мы получим максимальную сумму. Максимум каждый может получить 500 гривен. Выиграть сможет только лишь один. И если умрут еще пятеро, то фон получается 1000 гривен. А можно кого-то убить? Мне же это посадят. Нет. Потому что... Игра. Тише едешь, дальше будешь. В этой игре нужно, пока играет музыка, идти к финишу. Если музыка затихает, вы должны останавливаться. Но все про все, 5 минут. Время пошло. Вам добавляется еще один участник. То есть Афон, значит, вырос в 1200, если кто-то умер. Никто еще не желает умереть. Я тоже сейчас как собачку. В общем, отдыхайте.
На отдых дается не больше 10 минут. Понятно. Жрать! У нас будет! Пацаны, у нас будет, между прочим, у нас будет! Есть! У нас бунт! Есть! У нас бунт! Давайте голосовочку выйдем! Нет! Есть! Бунт на корабле! Бунт на корабле! Бунт! Пацаны, все! Не надо! Давайте не будем бунтовать, давайте тактику! Кто будет вздыхать? Кто хочет уметь? Ты, наверное! Давайте подумаем! Я нет! Я не хочу. Давайте логически подумаем. Кто какую тактику уже в сахарных сетах придумал? Это, подумайте логически. Это китайские игры. Какие еще? Корейские. Стоп. Южнокорейские. Короче, в районе китайско-японско-корейские игры. Надо подумать, какие еще. Смотри, пацаны, знаете факт? Знаете факт? Да. Вот эта кукла, которая стояла, знаете что? Она сейчас реально стоит в Корее. В Китае, в одном центре. Ты что, дурак? Нет, я... Она стоит в Корее! Давайте... А можно кого-то кофе? Она в Корее стоит. За это ж ничего не будет. Ну ты что сказал? Скажи Корея. Скажи Корея. Нет, ты... Корея! Корея! Сиди на этого мальчика, просто умница, умница! Вторая игра «Стеклянный мост». В этой игре игроки должны прыгать по разноцветным классикам. Но одна из двух классик может оказаться неправильной. И игрок выбывает. Поэтому расходите это все с умом и смекалкой. Первый идет Ярик. Отлично. Молодец. Теперь и дальше так же. Один за другим. Давай, давай. Выбирай же. Ты справишься. Давай. Мы от последнего к первому? От первого к последнему. А, фух, на пятый. Тимофей, продолжай. И давай. Дальше. Молодец. Все, я иду, пацаны, я иду. Подожди, я, блин, я забыл. Синий, 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 синий и желтый. Да, синий, синий. Спасибо, блядь. Если я выявлю. Давай сюда, сюда. Все, Ваня, сюда. Дальше. Нет. Да. Нет. Да, сюда. Вперед просто. Мой обычный прыжок правит третий клет. Все, не подсказывай, не подсказывай. Слушай, Саня, ну, дальше три. Все неправильно подумала, не туда. Да, короче. Ну, понимаю. Все прошли, молодцы, но один умер. Поэтому призовой фонд увеличится на 100 гривен. Ярик. Ярик. Следующая игра «Перетяни канат». Игроки делятся на две команды, которые должны тянуть канат. И та команда, которая падает, проиграет. На распределение команды участвуют только лишь капитаны. И еще на распределение команд дается не больше одной минуты. Время пошло. Что? Так, а нам же и должна быть одна минута, может, типа в лифте. Ну, добро, давайте, одна минута. Так, запомните тактику. В общем, самый первый – это лидер, который будет давать силу команде. Самый последний – это самый сильный. Дальше. Встаем, как это? Короче, тактика деда из сериала. Виталий первый, Юра второй, я третий. Становится вот так, как знаком, как его, короче, знаком математики. Дальше. Дальше. Первые 30 секунд. Тянуть сильно можно? Как лечить? А потом... Всё. Нельзя не Дима! А потом... Потомкись выручил. Вы запомнили? Да. Ну, у нас тактики нет. Мы просто... Атакующая волка! Не, у нас есть тактика. Мы будем как в фильме тонуть. Не, мы рысь, мы рысь, мы рысь. Приготовились? Три, два.
два, один, вперед! Они там просто Пейбу отоевали, а потом тебя приделали, и все отоевалось. В общем, вы все трое проиграли. Слушайте следующее испытание. Вам выдаются сахарные соты. И вы должны при помощи иголки вырезать фигурку. Если же фигурка треснет, вы автоматически вылетаете. Фигурки можете выбрать сами. Время у вас ограничено 10 минут. Время пошло. Здесь цветочек. Кому цветочек? Так, мне звездочка. Ой, давай зовем. Аккуратно так. Не смей разорвать мне рисунок. Так, вот где звезд. Где баттерфляй? Баттерфляй, а у меня звездочка. Я, блин, заявилась. Смотрите, пацаны, иголка. Так, Саня, вот слушай. Разбирай, на, разбирай. Вижу. Саш, я розовую. Потому что баттерфляй розовая. Осторожно! Время на ограничено. 10 минут. Время пошло. Тактика деда можно? Ой, тактика сабу можно? Она не работает. Да. Точно? Саша проверяет. Сейчас будем сослать. Не, можно любая тактика. Главное, чтобы еще писать. А я не понял, это треснуло или нет? Так, у меня получается. Тут контур есть, мамочки! У меня получается. Не вырезать по вот этим контурам, верхним или по верхнему? Давай по верхнему, а потом разберемся. Так. У меня вроде бы все получается. Я уже 20%. У меня получается, пацаны, смотрите. Как? Я выбрал самый сложный, который получается. Пожрать, дайте взрывать. Я сделал это. Нет, у меня тут заранее просто. Нет, ты просто ты ешь. Нет, вот тут. А можно их уже съедать? А можно съедать? Не, она и так отгибается легко, это не сломано, да. Она подплавает. Можно съедать? Можно съедать? Это моя мечта сбылась. Смотрите, какой блок? Нет. У кого треснет, тот поиграл. А вы сделали. Не знаю, кто она. Это очень вкусно. Я еще не доделала. Я сказала, уже все съел. Я вот так точечками. Я без иглы это сделал, я просто сожрал. Знаете, какая была? Критично, он съел, но я видел, я свидетель. Да. Все. Неожиданно, но вы даже с этим испытанием справились. Хорошо, слушайте следующее. Пятое испытание – камешки. Вы должны забрать камни не больше 3 штук. Если вы берете больше, конфискуется. Можно, конечно, и 2, или 1. И так по очереди берете. Кто последний соберет камни, выбывает. На все это время не ограничено. Игра началась. Yeah.
Ура! Я боюсь! Кто сейчас? Ты. Ой, блин, я же... Давайте все вместе пока теперь! Юй, ты бери. Я случайно вместо Сани взял. Ничего страшного? Саня, бери. Я беру, я. А, бери. Один. У меня нервы. Мне тоже сейчас. Пацаны? Да что? Я проиграл, блин. Саня? Жалко. Я думал, сейчас два загребаю. Финальная игра. Игра в кальмара. Игра названа в честь схожести по форме кальмара. В финальной игре игроки выбирают, кто будет нападающим, а кто атакующим. Атакующий должен на отдыхе пропрыгать заданные точки. Защитник, в свою очередь, как лучше для себя, защитить поле. Если за определенное время нападающий не пропрыгает точки, выбывает. Если выполнит, защитник выбывает. Игра началась. Юра так же сам, но у Юры что-то силы хватит. Юра победил! А я не понял, как это было. И победитель первого сезона «Игра в кальмара» Юрий Юрец-Огулец. Юрий Вакуа получает призовой фонд. Кстати, баночку можешь собирать. Как это делать? Помочь? Помочь. Тысяча! Там мани-мани. Смотрите, какая она глубокая. Можно потрогать? Она тяжелая. Килограмм два, полтора. Ребята, это наше видео подходит к концу. С вами... Четыре. В общем... Наша версия игра в кальмара. В общем, сегодня было видео. Наша версия игра в кальмара. По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже? Сегодня снимался я, Виталя, Саша, победитель Агуе. А что ты меня как финалиста не представил, Федор? Да, я с одинкой. Ваня, Сергей и Тамара Петрина. Тамара, ура! Пока-пока-пока! Игра в кальмара возвращается! Ставьте лайки, и мы снимем второй сезон! Впрочем, это уже совсем другая история.